было 10-е. А я, наверное, говорю, что 11-е закончилось. Нет, 10-е закончилось, началось 11-е. Так. Надо отсюда сваливать. Так, побочек. Все, да? А, но все равно. Блин, а где же еще они могут быть? Все эти обелиски сраные. Мне вниз. Так. Откуда мне надо? И вот там вверху, да? Одну дверь я, оказывается, пропускал. Переместить. Вот. Допустим, пилу. Из этой игры, да? Так, короче, я, получается, смогу переносить, поэтому уберу пилу, да, она как бы нахер не нужна, уберу на нее один запас патронов, но она не очень мощная. Остальное буду продавать. Да. Что еще убрать? Ладно. Пошопиться чем можно. Давай такие. Не-не-не, мне аптечка нужна. Хотя бы двойная. Вот так. Так, огнемет можно оставить. Вот это тоже. Убрать линейную или вот эту вот. Поставим, побулькаем.
Автомат нам нужен будет по-любому. Сюда. А здесь? Да, туда и там в конце. Пенг. Пенг. Emergency. All personnel proceed to your designated safe zone immediately. Быстрее.
Так, смотри, вот еще один. Третий, да? Того еще где-то два находится. Is obstructing transfer. Ебаный у вас урод. Caution. Access bridge is obstructing transfer. Так, все, надо переходить к другому оружию. I'm
marker to the hangar bay. The marker. Good work, Mr. Clark. On our way. Kine, your flight path goes by airlock 19. I can get there from the computer core. A pickup? Yes, we'll be there. Can you make it to the airlock alone? No movement on the cameras. I'm just gonna run for it. Wish me luck. Так. КНГ я нашел. Emergency. All personnel proceed to your designated safe zone immediately. Так, продолжаем. Ну, где-то еще надо два этих найти. Что за хрень? Не загрузилось еще. Два архука. Блять, у меня еще ничего не загрузилось, простите. Господи, чё за бред, игра, ты можешь, блять? Куда ты вниз-то светишь? Почему ты вниз-то, блять, светишь? С игрой, блядь. Все, ну, вся поломалась, все на, да? Надписи, блядь. Нихуя. Ебануться на. Ну что, надпись, да? Что за хуйня, бля, происходит, нахуй?
see it. Куда? Куда она улетает, нахуй? Ебаный бред, у меня есть инвентарь в жопе, нахуй. Где-то под ногами, блядь. Quarantine lifted. Ой, блядь, я, наверное, перезагружу игру. Чё это за хуйня-то, блядь? Смотри, где у меня инвентарь. Где он? Его даже не видно. Сейчас здесь вот ты видишь. Смотри. Смотри, смотри, блядь. Ты охуеешь сейчас. Смотри. Чё, блядь, где? Где, в какой он там космосе где-то, блядь? Что за бред-то, блядь, ёбаный? Ну нахуй, я перезайду сейчас. Блять, вообще ничего. Вообще она, блять. И вот это, блять, говорит, нормальный ремейк. Это нормальный, сука, ремейк, нахуй. Значит, на Калиста накинулись все, блять. Ой-ой, там оптимизация. Ну там, блять, по крайней мере, враги вот так вот, блять, не загружались на ходу. Там не было таких проблем, блять. FPS, нахуй, уже исправили давным-давно. А в этой хуйне, блядь, нихуя не исправили за столько лет. Ой, за столько, блядь, месяцев. Та вышла в декабре, да, и там все исправили. Сейчас она шикарно вообще работает. А это вышло в январе, нахуй. И вообще нихуя, блядь. На месяц, сука, разница. Нихуя здесь не сделали, не починили. Говнище, блядь, конское, нахуй. Я хуею. Блядь. О, теперь вон там инвентарь, нахуй, да. А фонарик, смотри, где. Внизу, блядь, чё за хуйня? Ой, бля, говно. Итак, добрый день. На предыдущем видео мне, точнее, вот футаже меня порвало просто, блядь, вот просто с того, какая она вот корявая, блядь. Ну, я убрал motion blur. Чё-то не задался вопросом. Так, по-английски под размытие. Ну вот, motion blur, короче, сбавил. А, все равно. Все равно вот эти мини-лаги какие-то, блядь. Mr. Clark, your colleague's safely on board. My name is Kendra Daniels. Stand by, Isaac. He's bringing the shuttle in now. Automated loading controls. Must be the damage to the ship. We're losing time. The hive mind is down there. Kind, relax. I'll turn off the gravity in the hangar, then I can load the marker by hand. All right. No, don't worry, Amelia. They understand. Jesus. Это сделал, чтобы зайти, посмотреть и выйти, да? Козел ты, блядь. Иди бы всем.
Entering zero gravity. А, я же уже здесь уже как бы летал. Ну что бы там осталось? Обелиск вывести. Точняк. Куда тебе это вставить? Ладно. Лежи пока там. Блять, живут. Я не могу, да, вот цеплять? Уже забыл. Как же вам похую-то, а? Так, что мне там? Осталось 12, да? 12 пулек у меня осталось. Да и там-то тоже немного.
Он так вот висит, короче, и всех остальных, да, жгет. Ну, в принципе, это прикольно. Это как раньше было с автоматом. Так, я там проверял, что там еще есть. Все, да, сейчас еще. Exiting zero gravity. It's on board. Come quickly. Go open the hatch for him. Погоди, постой. Три вот раза шмальнуть я могу. На-на! You and Hammond, the Aegis 7 was off limits. The planet was one big government experiment. The marker, this divine artifact, it was built by human hands. That's impossible. It's an alien world. The miners dug up the fucking thing. After it was planted here a few hundred years ago. Да? Когда, блядь, приблизились. They found the first marker in some crater on Earth. That one. That was real. Alien. Enough to inspire unitology. Who alien? Our people studied it and reverse engineered this red marker. But they needed somewhere to test it. Aegis 7. You've seen the result. Шабашамашка. Давай, блядь, давай быстрее, нахуй. Кендра. Заебало. Until I saw what I saw. А вон не лежат. They sealed off the whole system, buried the records nice and clean. Хоп, хоп. Хоп-хоп-хоп. Магия, блять, 1-0 нахуй. Заебись. Летопись. For what it's worth, we made a great team. You'll find another way off the Ishimura. I mean, you're one hell of an engineer. Your experiment's gonna kill us all! Daniels! Ну, такая мразь. It was all for nothing.
Isaac, come in. It's Nicole. Where are you? In the flight control room. Please, you have to come up here now. There's still a way out for us, but we don't have much time. Блять, а здесь еще два обелиска мне найти. Shuttle and remote pilot from here. Bring back the marker and we can return it to Aegis 7. You can make us whole again. I just want to make things right. Then let's do it together. Ну так она в игре вообще не очень-то и старой выглядит. Для своих 40 лет. А в ролике, бля, пиздец нахуй, старуха. Damn it, Isaac! You don't know what you're doing! I know! I'm finally doing the smart thing! You fucking kidding me? Shit! Warning! Escape pod launch detected from shuttle USG-09. Escape pod. Damn! We lost her. It doesn't matter. She can't escape her fate. But who can? I'll reprogram the shuttle with our flight path to Aegis 7 and join you on board. Don't leave me waiting. Never again. Хорошо, никогда оно не, типа, не бросит. Заебись, замечательно. Ну где, блядь, еще два обелиска на? Большой секрет! Также осталось три шмалька.
смерти обосранным. Так, что у нас там? А, это пушечка, все. Да, сейчас вот все, я сейчас остановлю запись, пойду попробую эти белиски там поискать, я хуй знает, найду, не найду. Потому что, блядь, хочется их собрать, узнать, что дадут-то, блядь, за них, за эту миссию. А, давай, здесь, в принципе, уже финал этой главы, поэтому я побегаю, потом в конце все равно не запишу. Счастливо так-то. Так, ой, господи. Ну что, продолжаем. Я собрал все обелиски. Все обелиски я собрал. Давай сейчас сходим с тобой в это. Где там капитаны, вот эти все. Придурки собрались, а что-то туманно. Emergency. Internal hull breaches detected. Ой, ой. Не ставим два последних. И чё, и всё? На этом всё? Я их все поставил. Типа, блядь. Всё на этом? Ладно, все, идем по сюжету. Warning. Structural integrity compromised. Бля, что за туман-то такой? Что за хуйня? Как раз будет сейчас конец. Идем прямо на концов. Так, что это там в инвентаре? Так, патроны как бы есть, все есть. Четыре пушки я себе основные оставил. А. Знаете, что там? Ачивку чтобы получить. Надо там растоптать 10 врагов, не будет. И сделать вот такую хрень. Сторож.
Storage. 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 25 предметов надо так вот сделать. Куда чипка вылетит? Сколько здесь уже? Еще не вылетает. Давай что-то. Так вот. Угу. Нельзя, да? Так, 6, 12. 24, 25. Подожди, или костюмы не считаются с оружием? Так-то только 12, 18. Блять, вот так-то, блять. Мне денег вообще сколько? Можешь вообще просто взять. Я нам даже лишнее что-то закинул до сих. Конечно, это должно быть оружие. Ни хера не нужно. Так, ладно, если шопец. А, у меня кредит вообще, да? Да хуй еще. Ладно. Хорошо. Давай, блядь, стройся нахуй. Ебучая игра. Бля, я кофе сделал, сахара не положил. Ебать, оно горькое. Господи. Так, сейчас погодь, я тут помешаю. Так, что там музыка такая? Скрипач нахуй. Чё там за скрипачи, блядь? Вы заебали, сейчас я выйду, вон пизды нахуй. Где эти скрипачи, блядь? Бред какой-то.
Где? Чё? Чё происходит? Ну. Идите нахуй. Нихуя не происходит, это блядь. Время 15 часов. Я хуею, блядь. Первую часть я бы два раза уже прошел. Даже три раза, блядь. Не там еще. Так, все, я все выполнил, все собрал, полетели, все прокачал. К финалу нам. If you're not ready, the miracle must be as terrifying as a nightmare. The planet is restless, hungry. It'll try to eat us alive. But we have the marker. We'll put things back the way they were. We will be whole again. Припадочный какой-то. Так. И вот единственная глава пройдена. Надо сохраниться. Местами они все ставили, типа, как и было, а местами, блядь, переделали. Это, конечно, отвратительно.
Просто не узнаешь свои любимые локации. Это же отвратительно. Заобразить какую-то. Бильск сраный. Нихера. Ну, там еще есть. Все. Соберу. Че, нихера он мне нужен? Непонятно. Он был сам, то есть он вроде как сам сейчас поедет. The loading track leads directly to the excavation site. It'll work. The hive mind will obey. We'll be whole again. Come on, we need to hurry. Да ты вообще здесь не торопишься? Тебе как похуй, да, я смотрю. Надо накопить 25 предметов, потом их положить в инвентарь. То есть надо забить весь здесь инвентарь до отказа. А может ачивка выполнилась? Просто в Origin не всегда они прилетают. Или затупают, блядь, как это было с Unravel'ом со вторым. Я говорю, пошел, а ачивки так и не появились. Do not land. I repeat, do not land on Aegir 7. Fuck the Ishimura. They left us to die. Так, 23 предмета. А сколько это стоит? Ладно, не знаю. Еще что-то не финал, типа. Sleep. And the living will see what can't be forgotten.
оба, чё ты там? А ведь не было там ни хера. Так, мне надо сохраниться, чтобы, блин, закончить 11 балл. А. Господи. Так, все, вот сохраняемся, и на этом 11 глаз заканчивается, и начинается 12. Все, на этом до свидули. Вот. И увидимся в следующей серии, в заключительной.